Всем привет! Вот мы с Чивой идем уже по последней канаве. Сегодня... О, Чива куропаток подняла. Рановато еще на них охотиться. Сегодня взяли с Владом по одной утке. Ну, такая охота была. Так себе, в общем. Там одних две просрали, так у меня не было по ходу патронов в патроннике. А у Влада была осечка, и так они красиво с под ног поднялись, ну увидите. Так что смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На том берегу сидели, да? Две штуки. Че? Опять нифига нету. Сбил. Только как за ней теперь? Как за ней теперь добраться? Да. Вот на это дерево. Сейчас подожди, постой тут, а я пойду. Обойду. Опа! Чё? Где-то вот тут, мне кажется, Павел. И везде вода здесь, слышишь? Везде вода, ну. Чива, молодец. Все, нашла. Все, молодец. Да, нашла. Молодец, Чивка, молодец, нашла уточку. Слышишь, Влад? Объезжай туда! Едь на съезд, я выйду туда! Молодец! Чива, молодец, нашла утку. Что? Да! Пошли. Молодец, Чива, молодец. 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 Довольная такая уже собака, нашла утку, да? Скажи, полдня искала. Первый на сегодня трофей дался таким трудом. Чива, молодец, нашла. Я бы его сам никогда в жизни там не нашел, в этой траве.
курочка это была. Хорош. Ох. О, бобровый ям. Сука. Да что ж такое? Влад что-то стрельнул. Показывай, кого ты там застрелил. Утку или селезня? Какая-то дохленькая. Ну. Мне кажется, отсюда сейчас подняли сутки. С этой канала после твоего выстрела. Блять, да как-то осечка, сука. Не тебя? А? Ну. Так и у меня осечка. Блин, и под самым этим поднялись, во. Вот говно, а. Да как это я еще так не попал? Подняли. О, срезайте. Что это такое, заяц или коза? Лиса, лиса, что? Прямо на канале был. По нашей стороне. Не, ну не коза, заяц, наверное, или лиса. Где-то тут этот заяц, лиса, коза бегал. Далековат. Тебе да. Опять, сука, не перезарядил эту херню. По-любому все. Не.